В день семьи, любви и верности главной ивановской новостью стало пополнение в семье Михаила Меня. Супруга губернатора подарила ему 4-го ребенка. А тем временем другим семьям за их многолетнюю любовь и верность друг другу вручили традиционные награды. Еще раз примите, пожалуйста, слова сердечных поздравлений и низкий поклон за то благое дело, которое ежечасно, ежедневно делаете вы, храня семейный очаг, приумножая, выращивая детей, приумножая благополучие в доме. 11 семей удостоились особых медалей за любовь и верность. Виталий и Светлана Журавлевы вместе уже 33 года. Он художник, она фельдшер на станции скорой помощи. Познакомились в родном Фурманове на танцах и с тех пор неразлучны. Вместе воспитали двух дочерей, у которых сейчас уже свои семьи. Супруги уверены, главный секрет долгой и счастливой совместной жизни, помимо любви и верности, это терпение. Не верю тем, кто говорят, мы там прожили 30 лет, ни разу не ссорились там. А где же та прелесть, когда пошумишь, поругаешься немножко, а потом примиряешься, и все становится намного сильнее, искреннее и теплее. Вот и все, я так думаю. Исконно русский день влюбленных ассоциируется именно с семьей. Поэтому 5 ячейкам общества вручили почетные награды «Семья года». Их удостоились лучшая многодетная, приемная, а также самая творческая и самая спортивная семьи. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.